День первый. Всех приветствую на прохождении игрульки, по-моему, называется «Злая монахиня». Ну, или что в этом вроде. Так что давайте смотреть. По идее, это хоррор, должно быть страшно. Так что выключаем свет, не забываем про лайки, комментарии, подписку и всем приятного просмотра. Так, что мы тут написали? Просто веди себя прилично, Арчи, и все будет хорошо. Окей, окей, допустим. Так, ребята, играю в игрульку первый раз, так что если я буду где-то тупить... Донде стали библиотеки? Не? Так что если где-то буду тупить, то крится ссоры. Так, что это у нас тут фигурка? Фигурка на буковку Е. Так, левая кнопка мыши. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скузи. А, бонжур. Ля, у тебя еще молоточек в руке. Да ты шо? Если честно, оно так и было, когда я сюда пришел. Это не я. Просто веди себя хорошо. Так, насколько я понял, нам нужно будет прятаться за Я же затроил. Надо будет прятаться от этой моей монахини и что-то выполнить, да? А если мы что-то потыркаем? Тап, вернуться к игре. Shift не то, да? Ага, взаимодействие. Так, она ушла? Можно выйти? Давай закроем. Опа, давай нажмем тап. Так, нет активных заданий. Хорошо. Хорошо, хорошо. Бонжур. Ну так понимаю, нам нужно сбежать отсюда, да? Давайте смотреть, куда мы можем пройти. Так, взаимодействовать. Так, что это такое? Так, закрыть и в нычку. Нажмите на тап. Так, перейти через мост. Найдите три предохранителя и поместите их щиток на втором этаже, чтобы восстановить подачу энергии. Откройте разрядную металлическую дверь. Первый предохранитель на кухне, второй в столовой, третий в комнате монахини. Ага. Так, найти, когда преодолеешь мост, следуй совету на картине, которая находится в комнате у главного входа в школу. Тебе понадобится длинный предмет. Должно быть в ней лежит что-то важное, коробка с печеньем. Руками ее не открыть. Возможно, если сбросить ее с высоты. Так, тихо. Короче, сейчас нужно будет найти нам три предохранителя. Потом какой-то длинный предмет. И сбросить шкатулку. Вот это она? Тайное устройство взаимодействия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, ладно. Ты пока там поешь. Так, взаимодействовать. Это не бомба? Ладно, ладно. Давайте попробуем выбираться отсюда. Тут есть фонарик на буковку F? Не, нету. Ой. Ой-ой-ой. Так. Так, может отсюда получится убежать как-то. Так, дверка, хорошо. О, выход, побежали. Донде стали библиотека.
падла. П, фотоаппарат. П, фотоаппарат. Хорошо. Фокус. Каталог. Увеличение. Еще. Снимайте. Все, есть. Я справился. Буковка П убрать. Ну все, отлично, пошли отсюда. Все оказалось гораздо проще, чем я думал. Так, и... Ага, дверь заперта с другой стороны. А перелезть ты через нее не можешь, да? То есть встать одной ножкой сюда, потом второй сюда, держаться руками и перелезть, да? Окей, окей, да давай тогда возвращаемся. Давай тогда возвращаемся назад. Ну, я так понимаю, когда мы на картах ходим, то нас не так слышно, да? Так, и нам нужно какой-то длинный предмет, который находится в... при входе в школу. Это типа... Ой, ой-ой-ой-ой-ой, я слышу. Я ее слышу. А ты где? Ты где-то здесь? Все-все-все. Тихонечко. Бонжур. Ага, а вот и первый предохранитель, да? Ну, насколько я понял. Ладно. Что там? Взаимодействовать можно, да? Тихо, тихо. Ну, не могу. Ага. Ой. Ой-о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 й. Нужен ключ. Ой-ой-ой. Это она сейчас сюда придет, да? А, да, она сюда идет. Ребятки. Походу, она сейчас тут мэкнут. Все-все-все. Тихо-тихо. Уходи. Уходи, бабайка. Блин, а у нас единственный вход, это только центральный. Если она сейчас тут будет тереться, то мы никак не пройдем, да? Бонжур. Так, а где я видел предохранитель? Где-то справа, да, я его видел? Хорошо, тогда давай, наверное, заходим. Ой, 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 кто-то идет. Ой. Ага. Ты ж, наверное, не сюда идешь, да? Да, она на улицу пошла. Классно. Уходим отсюда. Уходим отсюда. Где тут? Тихо, тихо, тихо. I will strengthen you, I will help you. Да, да, да. Я нашел предохранитель. Теперь нам нужно подняться на второй этаж, да? Да, вот второй этаж. И куда-то сюда нужно будет вставить. Как бы это все ни звучало, нужно сюда будет вставить. Я так понимаю, предохранитель вот от этой кнопочки, да? Угу. Давай вентиляцию открываем. Так, и куда мне вставлять ее? На-ра-на-ра-на. И куда мне вставлять предохранитель? Алло, игра. Дай подсказку. Так, я предлагаю открывать все дверки, чтоб я знал, где я был, где я не был. Согласны? Так, ну и куда мне эту штуку надо вставить? Может, в этот холодильник или что это такое? Так, это кухня, да?
Дверка. Ага, вот оно чё. Вот оно чё. Есть, еще два осталось найти. Хорошо, один находится, по-моему, на кухне, второй где-то непонятно. А, вот еще один предохранитель. Ля! Да ты шо, мы сейчас сразу все вставим. И сразу победим ее. Так. Погоди. Ой-ой-ой, к нам идут. Тихо-тихо-тихо. Так. Предохранитель. Один находится на кухне, второй в столовой, третий в комнате монахини. Ага, а наша комната монахини это где? Это где эта комната монахини? Так. Алло, она идет. Надо прятаться. Не-не-не, тихо-тихо, тихонечко. Ты сюда и пойдешь, да? Ой, по-моему, она сюда идет. По-моему, она идет сюда. А где спрятаться? Ё-моё, нет, все, нас нашли, да? Гарри, don't move. Ушла. Бабайка ушла. Хорошо. Давай смотреть. Кухня. Так, ну на кухне, по-моему, мы все нашли здесь, да? Все, что надо. Погоди. Вот еще один предохранитель. Ага. Ладно, рычаг. Все? Мы победили? Так, погоди. Сейчас надо понять, где она. Можно будет уходить отсюда. Все? Кто? Никто? А ты? Все. Из-за ворот поднялось много шума. Да это понял. Ой, тупик. Тупик. Ой. Все. Меня здесь нету. Нету меня здесь. Все хорошо. Где? Дверь заперта. Уходи. Нет. Ля, ты падла, молоточком по голове. Блин, ну мы все-таки... Мы же все-таки этот, как его, с вами справились, правильно я понимаю? Нам же не нужно будет сейчас опять искать предохранители. Веди себя хорошо. И все будет хорошо, это я поняла. Так. Окей. Так, найди так, когда определишь мест. Мест определишь. Следующий совет на картине, которая находится в комнате главного входа в школу. Длинный предмет. Мне нужно найти длинный предмет, да? Ага, вход у нас находится где-то там. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего, да? Так, дверка, ага. Так, ну вот вход в комнату, или это не вход? Или это не вход? А, картина, длинный предмет, картина. Ой, это, серьезно, так и было, это я. Вот это получается главный вход, или тот, который этот? Мы должны с вами открыть. Что-то у меня больше нет желания молоточком по голове получать. Все, уходи.
Уходи, 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 давай, давай, давай. Я знаю, что нужно сделать. Нужно взять в руки какую-то штуку, кинуть на улицу, она туда убежит. И мы спокойно с вами сможем походить, правильно? Все? Ушла? Ушла вроде бы. Хорошо, давайте посмотрим, где тут находится что-то интересное, возможно. Так, здесь ничего нету. Здесь вроде тоже. Так, дверка, фигурка. Дверка, фигурка. Может, возьмем в руки фигурку? Не знаю, зачем она нам. Зачем она нам может пригодиться? Отвлечь внимание. Ладно, ну мы вроде все уже тут обшарили, да? Вроде все здесь уже обшарили. Фигурка. Давайте в руки возьмем. На всякий пожарный. И сделаем вот так. Смотри. Бросим ее на улицу. Куда-то. Вот сюда. И спрячемся. А тебе все равно, да? Понял. Ладно, давай на второй этаж. Давай на второй этаж. Ой. Я что зацепил? Так, дверь заперта с другой стороны. Хорошо. А ну-ка, иди сюда. Не-не-не-не-не, все-все-все, уходи, уходи. Куда тут можно спрятаться? Все-все-все, нас тут нету. Ты думаешь, а мы здесь, а нас тут нету. А ты где ходишь вообще? Ага, она теперь перебралась в это, да? Где ты прячешься? Ой, ёпта. Ой-о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 й. Блин, она за мной ходит. Она меня увидит. Нет, не надо. Падла. Если ты сейчас же не прикричишь, я сильно, очень сильно затяну твою маску. Не надо, пожалуйста. День третий, понял? Это гребаный день сурка, да? Ладно, ладно. Просто веди себя прилично, да, я понял. Интересно, а здесь есть какое-то количество попыток или нет? Ну, то есть, если типа доска закончится, все, мы проиграли. Так... Журнал заданий, хорошо. Нам теперь нужно на второй этаж и как-то выманить ее оттуда, потому что она там ходит. Потому что она там ходит. Так, а тут где-то спрятаться можно будет? В кафу, либо еще где-то. Тут где-то есть шкаф, где можно спрятаться. По-моему, нету. Блин, ну так же все хорошо было. Так, все, присесть. Так, дверь заперта, да, здесь? Здесь мы никак не разломаем тебя. Окей. Тогда что нам нужно? Нам нужно идти налево вот сюда. Просто самое печальное, что на контроле нельзя тут ходить, чтобы она нас не услышала. Так, где ты? Алло? Тихо, 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 тихонечко. Ага, нам нужны кусачки, да? Нам нужны кусачки, так понимаю, или не нужны?
Ой, не-не-не-не-не. Ты чё? Отстань, пожалуйста. Все-все-все, уходи, уходи. Не-не-не-не, я тебя ничего не заставляю. Так. Закрыть дверь. Быстро. Открыть. Закрыть. Все. Нас тут нету. Скоро я научу тебя хорошим манерам. Ой-ой-ой, не-не. Ты ж не откроешь дверку, да? Ты ж не откроешь дверку. Во, умничка. Так, что нам нужно? Нам нужно найти с вами какой-то длинный предмет. И найти коробку с печеньем. И сбросить ее с высоты. Угу. Так, она там где-то ходит. Угу. Ушла. Хорошо. Хватит шуметь, крыса. Сама ты крыса. Не, не надо, пожалуйста. Падла. Чпуник. Грязная крыса. Сама ты крыса. Понятно. День четвертый. Ага. Интересно, тут будет день 1675. Да, я понял, да. Да-да-да, веди себя хорошо, веди себя хорошо. Так, что нам нужно? Нам нужно взять в руки. Блин, может, это как-то. А я ничего. Нельзя взять ее. В руки, не? В руки нельзя взять. Хорошо. Нам нужно теперь найти, знаете, что? Какую-то эту, как его, штуку. Так, что здесь? Так, вы можете изменить уровень сложности в любой момент. Хорошо, хорошо. Мы-то сможем изменить с вами уровень сложности. Это понятно. Давайте тогда обшарим здесь полностью все, пока если она там находится. Я думаю, нам здесь мешать уже не будет. Может, мы что-то упускаем с вами? Может, мы с вами что-то упускаем. Так, давай возьмем фигурку. А потом бросим ее и отвлечем. Но других вариантов я вообще, ну, как бы не... Не знаю. Хорошо, давай на второй этаж и там посмотрим. Так, здесь мы были. Здесь мы были, да? Угу. Нам нужно как-то отвлечь ее, чтобы пройти туда, чтобы она нас не заметила. Как конкретно это сделать? Честно, даже без понятия. Блин, падла, а если я брошу тут где-то этот статуэточку? Ты поведешься или нет? Hello? Ну, ты будешь бежать за мной или нет? Нам надо выманить ее отсюда. Надо выманить ее отсюда, чтобы она за мной побежала. Так, бонжур. Донде стала библиотека? Ой. Она тут где-то ходит. Она где-то тут ходит. Так, что это? Подсказка? Ой! Не знаю. Это не я. Честно. Честно, это не я. Я честно, это не я сделал.
Не стукайте меня молоточком, пожалуйста. Замочек, да? Шкаф. Замочек, шкаф, хорошо. Метла. А! Может, длинный предмет — это метла? Тихо. Ты ж меня не видишь? Ты меня не видишь. Ну а чтобы избежать, нам метла нужна? Ой, ёб твою. Давай, когда она повернется, мы ее метлой мэкнем по голове сзади. Все, уходи, уходи. Да уходи. Падла. Так. Шкаф заперт, хорошо. Так, если мы сюда пройдем. Если мы сюда пройдем, что мы здесь увидим? Да вообще нельзя ни к чему прикасаться, да? Так понимаю, записка. Давай посмотрим. Мой дорогой сын, с каждым днем писать письмо мне становится все сложнее, ведь мы до сих пор так и не встретились. Сегодня тебе исполнилось, 19 лет. Мне так без тебя одиноко. Я не в состоянии вынести нашу разлуку ни днем, ни ночью. Я не знаю покоя. Пойми, я не могу покинуть школу. Мне так страшно, что я забуду твое лицо, если не увижу тебя в ближайшие дни. И твое имя, надеюсь, тебя назвали красиво. Например, Ян. Прекрасное имя для мальчика. Сможешь ли кто-нибудь? А, скажешь ли ты мне когда-нибудь, как тебя зовут? Пожалуйста, ответь. Ага, понял. Шизанутая. Так, сюда не пройдем, мы по-любому зацепим, да? Записка. Мой дорогой сын, это я пишу, твоя мама. Все, понял. Понял. Хорошо, идем дальше. Так, замок. Ой, ёб твою. Не-н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 е. Ты чё, отстань. Все, меня здесь нету. А нет меня здесь. Ай, дед, увидимся позже. Уходи, пожалуйста, уходи. Я не хочу начинать все заново. Ты за мной идешь, да? Не. Я с шизанутыми не играю. Так что все. До побачення. Все, надо ее куда-то сюда заманить. Давай, иди сюда. Где ты? Где ты, шизанутая? Серьезно, это сюрприз для меня? Да, я знаю. Молоточком по голове нем майкнуть хочешь, да? Не, спасибо. Оставь этот сюрприз для себя. Блин, мне по-любому для чего-то метла нужна. Не знаю для чего. Но по-любому она мне нужна, я уверен. Так, где ты? Hello? А, вот она. Шикарно. И мне теперь нужно как-то незаметно пробраться опять на улицу. Все, тихо. Блин, а может мне не нужна метла? Но это что-то длинное. Или это не это? Или это не то, что мне надо? Все, уходим. Уходим. По идее, она теперь осталась там. А мы здесь спокойно сможем с вами походить. Так, все. Хорошо. Теперь можем ходить спокойно, да?
Блин, давай, ладно, метлу положим. И осмотримся, пока миссия здесь нету. Что здесь находится? Так. Вытащить гвозди. Ага! Вот и штука, которую нужно будет сбросить. А теперь мне нужен этот гвоздодер, да? Теперь мне нужен гвоздодер. Но явно не метлу это делать, правильно ж? Так, давай возьмем метлу. Навряд ли, конечно, с помощью... А где метла? О, ёпта, она вернулась! Ладно, она вернулась. Уходи, 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 уходи. Ага, хорошо. То есть она подлоумная, да? Она возвращается. Так, отлично, что здесь? Здесь тупик, да? Ни хера не вижу. Так, а можно мне фонарик там что-нибудь? Понял, я уверен, она здесь сжигает тела своих вот этих вот детей, которых сюда приводит, да? Ой, только не говори, что ты сюда сейчас будешь идти. Ой, нет, хорошо. Так, и ты сейчас развернешься, да? Не, не развернулась. Окей, так, туалет. Взять дощечку. Не, нам это не надо. Так, метла еще одна. Но явно не метлой открывать, видите, какие гвозди-то там. Явно не метлой. На второй этаж лестница, че на третий? Да ты шо, я так понимаю, надо будет отсюда что-то сбросить, да, коробочку? Надо будет потом отсюда коробку сбросить. Так. Ага, тут закрыто, да? Так, отлично. Какой высокий кимин, как бы к нему подобраться. Ну все, мы подобрались. Не? Интересно, она умеет лазить по крышам? Блин, спасение так рядом, вот город находится. А если я прыгну сюда? Ой, ё. Тихо, тихо, тихонечко. Так, ага, вот это вот вход, да? Не бойся, ибо я с тобой, да-да-да. Я укреплю тебя. Да-да-да, шизанутая, по-любому. По-любому я тебе верю. Так, а как отсюда теперь обратно? Как я сюда пришел? Кто мне допомнит? Кто мне напомнит, как я сюда пришел? Так, ну это... Ага, а, ага, вот оно. Ой, ёпт, нет, нет, я разбился. Бла-бла. Ну теперь мы точно знаем, что нам пока места туда не надо. Нам нужен гвоздодёр. Последний день, серьезно? То есть, если я сейчас не справлюсь, то все. Ребят, у нас одна попытка осталась. Ага, у нас одна попыточка осталась. Окейушки. Ладно. Давайте так, попробуем. Ой, ёб твою! Ю, она ползет за мной. Прикинь. Прикинь, она за мной ползет. Закрыть дверь, закрыть дверь.
Я предлагаю попробовать еще раз. Если она нас мэкнет, то в принципе уже, как говорится, на этом первую серию закончите. Если вам игрушка зайдет, можно будет попробовать пройти ее полностью. Если нет, но в принципе как первый взгляд на игрушку. Так, мне нужен гвоздодер, ребят. Мне нужен гвоздодер. Ну, либо мы можем сейчас с вами включить... Это как его, легкий режим, где она за нами не будет охотиться и нас не будет видеть. И посмотреть. Где же все-таки этот гвоздодер лежал? Так, вентиляция, хорошо. Где находится гвоздодер? А, комната Арчимут. Ля, это моя комната. Че, розовая? Осуждаю. Осуждаю. Так, мне нужно как-то найти... Все. Уходи, дверь закрой. Куда бежать? Куда бежать? Фу, падла, пугаешь меня. Ну и тоже. Вот эти вот условности, что я могу перебраться через забор. Хотя бы я смог бы перелезть бы. Особенно в стрессовых ситуациях можно на девятиэтажку залезть. Так, где гвоздодер тут лежит? Ёп, ты меня заметила, да? Ага, понял, там замочек на двери. Там замок на двери. Ты чё? Всё. Так, ага. А ты не хочешь мою дверку открыть? Не, хочу посмотреть, что там в твоей комнате находится. Hello? Ну все, уходи, противная. Так, все, пошли. Как мне на второй этаж тут подняться? Никто не знает. Никто мне не подскажет, как подняться на второй этаж. Иди мне найти этот гребаный гвоздодер. Ну, либо ломик. Ага, она сзади нас. Так, тут пароль, да, какой-то нужно ввести. Ой, ё, тупик. Тупик. Ну все, походу нам конечно. Походу на этом наше предложение, как говорится, и прохождение закончилось, да? Да. По-любому. Бля, рожа такая довольная, да? Ой, только не ври, что ты сейчас сюда и зайдешь. Зашла. Ой, не, она возвращается. But I, the voice of Thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. Эту штуку как-то надо открыть еще. Чем ее открыть? Так, ладно. Предлагаю потихонечку выдвигаться. Ну, я, по-моему, уже все обошел, что только мог обойти. По-моему, уже все обошло. Все, exit. Следует найти ключ. Спрятаться. Так.
что это? Длинным предметом. Вот зачем мне метла нужна, правильно? Вот зачем мне нужна метла. А где наша метла? А вот наша метла. Так, погоди. Вот наша метла. Так. Закрыть. Давай. Ну. Еще чуть-чуть. Давай, давай, давай. О, ломик. Да ты шо. Вот и ломик, ребят. Ой. Ребята, вот и ломик. Сейчас мы, по идее, пойдем заберем шкатулочку. Потом нужно будет подняться на крышу и сбросить эту шкатулочку. И в той шкатулочке, походу, должен быть ключик, да? Все-все-все, уходи, уходи. Ну, вроде бы, по идее, в той шкатулке должен быть ключик. Потому что у нас последняя попытка, как бы. Походу, она нас разводит, да? Она не ушла. Ага. Она сейчас вернется, да? Тихо. Нам нужно сюда. Все, тихонечко. Вообще, прям как мышка. Коробка с печеньем. С. Йо, она возвращается. Возвращается, возвращается. Беги, 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 беги. Интересно, мне ломик еще нужен будет или не будет? Или не нужен? Думаешь, я тебя не найду? Следи за своей тенью. Ой, она нашла слада. Да. Фу. Интересно, с помощью ломика я смогу эту цепочку разорвать, либо не. Все. Ой, ёб твою. Нет, 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 пожалуйста, не надо. Нет, ну пожалуйста, тут не надо. Ну нет, я не хочу заново все проходить, нет, не надо. Мне больнее, чем тебе. Но я в этом не уверен. Ля ты крыса. Все, я, насколько я понял, это конечная, да? Ага. О. Ой, какая улыбка у тебя. А, я понял. Мы до конца дней здесь будем сидеть, да? Угу. Мы с вами проиграли. А давай попробуем, знаешь, что сделать? Назад. Играть. Новая игра. Давай сюда. Подтвердить. И выберем сложность легкую. Передвигается медленно, приметы издают меньше шума, при падении с мэри не очень умна, легко. Призрак, она передвигается с большой скоростью, она не может вас убить. Не видит и не слышит вас. О, давай попробуем так сыграть. Посмотрим. Так, давай пропускаем. День первый, да. Хочу кое-что проверить. Хочу кое-что проверить. Ну, раз она нас не видит и не слышит. Значит, мы быстро сейчас залутаем с вами. Эти, как его. Предохранители. Возьмем ломик. Возьмем коробочку. Да-да-да. Все, то есть ты меня не видишь, да? Да, отлично. Идем. Так.
Так, где у нас первый предохранитель? Это я уже не помню, где наш первый предохранитель. Все, Донди стали библиотеки. Так, по-моему, где-то здесь был первый предохранитель, да? Либо справа. Так, ну мы с вами призрак, так что нас не заметят. Блин, где был первый предохранитель? Никто не помнит уже. По-моему, где-то... Ага, вот здесь был. Хорошо, это первый. Теперь на второй этаж. Так, бонжур. Ага, ты нас не видишь, да? Да. Тишину, пожалуйста. Так, куда тут надо вставлять? Вот сюда, по-моему. Так, открыть. Первый есть. Бонжур. Так, а меня не больно, курица довольна. Все, уходи. Так, тебе надо, курица помада. Могу пройти, да? Да, могу пройти. Шикарно. Где-то тут еще должен быть. Вот второй. Мы представим, что мы играем за флеша. Правильно, что в принципе мы двигаемся такой скоростью, что нас нельзя заметить. Так что... И где-то третий здесь должен быть. Где-то должен он здесь лежать, да? Так, слышь, а где еще один? Не напомнишь мне? Ха, взаимодействие, хорошо. Бабуль, где третий предохранитель? Я ж, по-моему... Бонжур? Это как в фильмах Marvel, Флэш должен быть имбой. Так, где-то здесь должен быть еще один предохранитель. Один мы на первом этаже, второй на кухне, третий в столовой, да? Вроде здесь где-то был, или не здесь. Да, вот он. Все, сейчас идем. Открываем дверку, забираем ломик. Попробуем с помощью ломика открыть этот, как его, цепочку на шкафу. Все, отлично. Все, я флеш, ты меня не видишь. Сюда нужно поставить песню из флеша, как он бегал. Так, теперь бегим, забираем метлу. Фоторежим, не, пока мне не надо фоторежим. Ну хорошо, давай сделаю, давай. Ты ж от меня не отстанешь. Снимаем. Все, шикарно. Так, перейти. Идем сюда. Забираем метлу. Где метла? Алло, игра, дай метлу. Угу. Можно ли мне метлу? Или в этом режиме нет метлы? Так, хорошо. Здесь у нас ломик. Дай метлу, пожалуйста. Дай, пожалуйста, метлу. Вот и метла, да? Да.
Шикарно. Так, мы забираем ломик. Так, хорошо. Дай сюда. Давай попробуем с помощью ломика сейчас открыть это, как его, замочек вот тут. Где-то вот тут сможем открыть. Ага, ключ нужен, да? Хорошо. Бонжур. Тогда открываем. Гвоздик раз, гвоздик два. Гвоздик три. Трудно быть слоупоком, да? Так. Луковка С. Взаимодействовать. Во, все. А теперь берем и идем на крышу. Просто посмотреть, сработает ли эта система, либо не сработает. Тут где-то, помните, я вот на крышу. Так, это вход в подвал. Это туалет. Ага. Вот вход. Попробуем сейчас вниз скинуть. А что это светится? Погоди. Что это светится? Ага, это ничего не светится. Так, поднимаемся. И бросаем. Ну все, я ее сбросил с высоты. Ага, либо еще выше надо, да? Прям выше-выше, хорошо. Может, нужно сбросить ее прям в этот, прям в камин? В дымоход вот этот вот, или нет? Сюда ее надо сбросить. Ага, да, правильно, коробка открылась, хорошо. Давай сейчас вернемся вниз. Вернемся вниз и посмотрим. Ой, нет. Ага, нормально. Все, теперь сюда. И нужно будет сейчас забрать то, что выпало. А, ты тут меня уже стоишь, ждешь, да? Ну да. А вот и ключик. Шикарно. Ключик от чего? От замочка. Ну, от шкафа, где картины были, или от входной двери. Так, сейчас посмотрим. Вот тут входная дверь была. Да, отлично. Нет, там была скрытая сигнализация. Махиня скоро будет здесь. Монахиня, да? Махиня, монахиня. Все-все-все, уходи. Все, мы победили. Так, в школе куда больше активности, чем казалось. Ага. Не вариша, мы залезли в коробку и нас опять вернули обратно. Так, форма, одежда. Так, этот подъем заставит вас к новым областям школы. Короткими путями.
А, коротким путем и грузовику. Окей, окей. Давай посмотрим. Так, призрак. Хорошо. Разгадайте тайну кладбища, разгадайте. Понял. Ладно. В принципе, что могу сказать, наверное, будет одна серия по поводу этой игрульки, я не знаю. Вроде начало было интересно, но потом вот это напрягает вот эти вот загадки, что пойди туда, возьми ломик, то, все. Так что, хотите играйте, хотите не играйте, я, в принципе, пошел посмотрю, может, еще какую-то игрульку скачаю на прохождение. Ну, мое мнение, мне не понравилась игра. В режиме флеша бегать, да, прикольно, можно загадки разгадывать. Ну, а так, не знаю, в общем. Так что, все, всем пока-пока, мармур, и да, потом.